Доброе время суток, дамы и господа. Картина ТВ, вопросы и ответы, и я ее ведущий Юрий Тельман. Сегодня я хочу поговорить о хоккее. Стартовал очередной сезон в НХЛ, и очень многих интересует, где смотреть эти матчи. И, конечно, у всех надежда, что картина ТВ не подведет. И она действительно не подвела. У нас очень много матчей можно смотреть по картине ТВ. Где же? Я не буду говорить о конкретных играх, потому что это регулярный сезон. Игр очень много. Все игры интересные. И команды очень классные. И хоккей хорош. Поэтому я просто скажу, какие каналы что показывают. В отличие от футбола, Лиги чемпионов или Европейских кубков, где Сетанта 3 показывает только единственный вот канал, эти игры, ну и еще, слава богу, нам помогает азербайджанский канал ITV, то в отличие от них хоккей показывают все три канала Сетанта Спорт, которые у нас на картине ТВ. И Сетанта Спорт 1, и 2, и 3 все показывают по две игры с тура. И, как правило, стараются показывать вживую эти игры, и игры стараются показывать разные. Поэтому мы, как правило, уже смотрим 6 игр с тура, и это уже здорово. Я знаю, что на этой неделе показывают и Рейнджерс, и Торонто Мэйпл Ливс, и показывают Чикаго, и показывают Бостон, там очень много интересных матчей. Питтсбург, там очень классный хоккей. Но я хочу сказать, что есть еще один канал Сетанта, четвертый канал Сетанта, который, те, кто не знает, можно найти, нажав на кнопку «Домик» в картине ТВ или на кнопку «Топ-меню», если у вас старая приставка старого образца, и, выбрав синий квадрат, уйти в канал Сетанта Спорт, который находится в синем квадрате. Это четвертая Сетанта, которая тоже показывает матчи НХЛ. Поэтому мы все смотрим классный хоккей и будем наблюдать, устоят ли рекорды НХЛ. Они очень серьезно пошатываются. И посмотрим, сможет ли Флорида отстоять свой титул. С большим хоккеем вас, дамы и господа, смотрим, болеем за любимые клубы. Хоккей в Америке – это высший класс. С вами был Юрий Тельман, «Картина ТВ. Вопросы и ответы». Оставайтесь с нами. «Картина» – лучшая.